Обильные снегопады заставили администрацию Чебоксар по-новому выстроить алгоритм уборки снега. Было принято решение о привлечении дополнительной техники. «Стройтранс», «Попутный груз», «Зеленстрой», «Горизонт» и «Дорекс». Именно этим пяти организациям доверили убирать дороги частного сектора по результатам открытого конкурса. На 840 тысяч квадратных метров таких дорог задействовано 19 машин спецтехники. По регламенту уборки зимнего содержания дорог уборка снега в частном секторе должна производиться не позднее 6 часов после окончания снегопадов. При отсутствии снегопадов техника убирает снег, который появляется в результате наносного образования, то есть задувает ветром, и техникой также производится по возможности устранения колейности дорог частного сектора. Кстати, совсем скоро, а именно с 1 февраля, за очисткой улиц от снега можно будет следить в режиме реального времени. По требованию главы администрации города Чебоксары, все подрядные организации должны установить на свои машины систему ГЛОНАСС. На сайте столицы Чувашии появится специальная карта, и любой желающий сможет узнать, где находится и чем занимается спецтехника. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Олег Кикимов, Республика.